Друзья, всем привет! Сегодня обозрим новую пару из ACX серии. Покажу вам. Досталось мне за ритейл, но не без проблем. Пара не без проблем. Лоханулся конкретно, сейчас расскажу. Но пару хотел эту в коллекцию. Это супер задизайненная пара. Па-бам! Шон Видерспун Супер Эрс Сникер Сейф де Планет. Вот так она выглядит. Очень красиво, очень интересно, очень необычно. Был суперстар от этого дизайнера, Шон Видерспун, но суперстар был намного попроще, на мой взгляд. Тут прям интересно с материалами, со всеми делами. Сейчас все покажу, расскажу. Так, поставлю. Итак, сразу расскажу, в чем подвох. Пара очень сильно большемерит, прям очень сильно. Из-за чего? Из-за того, что язычок здесь не набит поролоном, как на обычных CX. И здесь боковая обивка тоже очень тонкая. И поэтому пара большемерит на два размера, в легкую. В легкую, ну то есть полтора вообще. Даже мой 40, обычно 47 1 3 в Adidas, он конкретно гуляет внутри ботинка. Я потом померю, покажу. Тут очень интересные материалы, как бы все это био, ресайклинг, апсайклинг, натур. Очень интересно пошито, вот это смотрите, какой толщины. Это как бы холст, парча или что это, мешковина такая, разного сечения. То есть минимально вообще пластмассы, только вот эта штука, ну и подошва, естественно. А так... Все из вот этого материала. Смотрится очень интересно. Оба кроссовка разные, как вы видите. Вот. Даже подошвы разные, обратите внимание. Разные цвета вот этих приблуд. В подошве есть крапление какой-то краски, как на, подобное было у Nike тоже на ресайклинг версиях. Причем эти вкрапления местами такие тоже твердые, и они выколупливаются минимально. Да, типа ресайклинг, да, вот это вот ready made или как оно там называется. Сейчас все ломанулись в этом направлении. Ну, как в классических обзорах, надо показать вам стельки, наверное, они здесь разные, поэтому можно заценить. А, ну да, из-за того, что кроссы такие огромные, мне, наверное, придется их продать, попробую как-то или поменять их. Не знаю, в ритейле уже их нету, их быстро у нас в Германии разобрали моментально полностью. Кстати, интересно, теперь клеем, может, не всю стерку, а только зад. Не знаю, почему. Ну, так, Super Earth, Super Земля. Такой принт, но это принт, но сделан он под вышивку, так интересно. Еще обратите внимание, вот такая вот приблуда тут есть интересная. Брелочек. Adidas теперь бечевки для экономии пластмассы используют. Вот размер 47 1/3. Мой, короче, обычный стандартный Adidas размер. Ну это жесть, блин. Помимо вот этой картонки, ребят, тут еще есть белые шнурки. Для тех, кто не любит, чтобы было очень пестро и вызывающе. Тут есть пара белых шнурков, да. Ну, вы понимаете. Чтобы было минималистично и как бы децент. Ну, не знаю. Ну, за счет того, что я как бы, ну, насчет носибельности. Ну, конечно, такой дядя, как я. Не знаю, куда я в них побегу. В таких, это павлинчики. В таких павлинчиках куда бежать. Вот здесь интересно, полоски. Ну, то есть пара не сильно носибельная. Но мне очень понравился, конечно, дизайн, потому что она похожа все-таки на произведение искусства. Вот этот вот кильт, такой узор, клеточка. Очень разные материалы, очень интересные текстуры. В общем, да, пара, в принципе, необычная, интересная для коллекции. Итак, давайте быстро померяем. И, ребят, это полный... Ну вот так они смотрятся на ногах. Павлинчики такие.
Ну, для коллекции хотел, ну, говорю, интересно. А, палец мой, зацените. Вот. Вот мой большой палец заканчивается. То есть еще легкую 2 сантиметра лишних. Вот я вот так сделал. Но с другой стороны, кто возьмет их себе по размеру, у того они не будут смотреться такими кораблями. Авианосцами на ногах, цветными, пестрыми не будут смотреться. Ну, ребят, если кто-то досмотрел до конца, реально, то я благодарен, конечно. И буду благодарен за вашу реакцию. Она, конечно же, меня будет мотивировать снимать для вас, покупать и снимать для вас новые редкие недохайпованные кроссы. Да, кому интересны такие пары, не хайповые, недохайпованные, то подписывайтесь, ставьте лайк, я тогда буду стараться. А, и заходите, конечно, ко мне в инсту, там у меня вообще очень много интересных, но не хайповых, не буду называть бренды, модели, которые вот чисто мне очень нравятся. И да, я сейчас пока веду его там на немецком, на английском, но если будет неудобно, вы мне пишите в комментах, и я с удовольствием буду писать описание на русском вообще без проблем. Ну, иногда и на русском я тоже пишу. Ну, могу вообще с радостью перейти на русский.